Всем привет! Сегодня будет четвертая часть серии видео о спутниках. Сегодня мы поговорим о спутнике Hotbird 13 градус. Это знаменитая жар-птица. Покажу самые популярные частоты, где самые интересные каналы. Там будут и музыкальные, и отечественные каналы. И на некоторых каналах покажу, какие есть без ключи. Так что ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, кто этого забыл. Я до сих пор не пойму, почему вы не подписались. И присаживайтесь поудобнее и поехали смотреть. Начинаем. Итак, поехали. Спутник Hotbird 13 градус. Первая частота. Это 10758V, скорость потока 27500. Это интересная частота для любителей музыки. Здесь есть такие каналы, как Stars TV, это польская музыка. Также есть очень интересный канал 4Fun TV, тоже польский канал музыкальный. И на этой частоте еще есть канал 4Fun TV Dance, это музыкальный танцевальный польский канал. И еще есть канал для детей 4Fun TV Kids. Это детский, здесь детская музыка, польская. Ну, интересный канал. И еще на этой канале есть SKTV Extra. На частоте 10805H идет канал ТБН Россия. На частоте 10930H, скорость потока 30 тысяч, идет украинский канал UATV. На частоте 10930H, скорость потока 30 тысяч, также идет канал Казах ТВ HG. На этой частоте идет канал также Амоде Класс ТВ Мода. На частоте 10992V, скорость потока 27500, идет РАИ Спорт. На частоте очень интересная частота 11034V. Здесь доступны русские международные каналы. Это каналы РТР Планета, канал Россия 24, международная версия 8 канала, 8 канал Европа, рекламный канал Ювелирочка, потом идет канал НТВ Мир, еще на этой частоте доступный канал ТВ Рус, также идет новостной канал Евроньюз Россия, потом идет канал СМД7Д7ТВ. И вот такие русские каналы. Следующая частота 11075V, скорость потока 30 тысяч. И здесь идут германские музыкальные каналы. Это каналы Folk Music TV, One Music TV в формате HD, 2TV Music в формате HD, германский канал. И следующая частота 11179AH, скорость потока 27500. Это канал Fashion TV Moda. На частоте 11219H, скорость потока 29900, идет канал Украина 24. На частоте 11240V идет канал Новый Мир. На частоте 11296H, скорость потока 27500, идут азербайджанские каналы. Это каналы CBS TV, AZ TV, Хезер TV, Энкамел TV. Это азербайджанские каналы. На частоте 11334H, скорость потока 27500, идут армянские каналы. Это Кантон TV International, международная версия этого канала, канал Армения TV. На частоте 11939V доступный канал, тоже для любителей польской музыки, скорость потока 27500, это канал Power TV, польский музыкальный канал, Gold TV, музыкальный польский канал, Nuta TV, музыкальный польский канал. Вот такие музыкальные каналы. На частоте 11566H, скорость потока 29900, идет белорусский канал Беларусь 24, он идет в формате HD. На частоте 11623V, скорость потока 27500, идет религиозный канал Союз. На частоте 11642H, скорость потока 27500, идет музыкальные итальянские каналы. Это каналы Radio Fresia TV в формате HD, RTL 102.5 TV тоже в формате HD, канал Radio Norba TV итальянский в обычном формате, канал Radio Zeta Radio Vision в формате HD. И на частоте 11662V, скорость потока 27500, идет канал Radio Italia TV в формате HD, тоже музыкальный итальянский канал. Также на этой частоте идет Radio TV Trend, тоже в формате HD, тоже это музыкальный итальянский канал. Так что музыки на жар-птице очень много.
Также на этой частоте идет Music Life, здесь живая итальянская музыка. Также идет RDS Social TV, музыкальный формат в формате HD, Radio KissKiss TV, музыкальный канал тоже итальянский. И на частоте 11727V, скорость потока 29900, идет канал Победа в формате HD. Очень интересная частота для любителей спорта. Это 11747H, скорость потока 27500. Здесь идет канал AD Sport 3 в формате HD. Имеются ключик 1B, 2A, 1B60, 7C34, CD, 7D, ID канала 12D. Также на этой частоте идет спортивный канал AD Sport 4 в формате HD, тоже ключик. Такой же, только ID канала 12E, ключик 1B, 2A, 1B60, SMC, 34, CD, 7D. Также на этой частоте идет канал ID Sport 1HD, этот канал идет открыто, это арабские спортивные каналы, так что иногда можно посмотреть интересные спортивные, футбольные трансляции, так что записывайте эту частоту. Так, следующие каналы на частоте 1249V, скорость потока 27500, это PMC в формате SD, это музыкальный арабский канал. На частоте 12226V, скорость потока 27500, идет канал «Настоящее время» в формате HD, это российский канал. Так что тоже можете просканировать, кому интересен этот канал. Этот канал тоже можно найти на этой частоте, только в формате SD, у кого не HD ресиверы. На частоте 12399H, скорость потока 29700, идет арабский канал «Дубай Спорт». Один в формате HD. На частоте 12476H, скорость потока 29900, идет канал RT Doc в формате HD. На частоте 12520V, скорость потока 27500, идет музыкальный канал Mad Music. Также на этой частоте идет Bob Black TV. Есть канал в формате 4K, это канал мода. На частоте 12539H, скорость потока 30000. Кого есть такие тюнеры с поддержкой 4K, можете настроить этот канал и смотреть. Также на этой частоте Fashion TV в обычном формате и в формате HD. Так что на любой вкус моду можно найти. На частоте 12577H, скорость потока 27500, идет канал «Итальянская мода». И на этой частоте еще идет канал Motor TV итальянский, AIC Sport итальянский, Media Sport Italia. Также на частоте, вот такие это итальянские спортивные каналы. И еще одна частота интересная, это 12597V, скорость потока 27500, здесь идет канал, первый канал Европа в формате MP2, и на этой частоте еще есть каналы, первый канал Европа в формате MP4, международная версия для разных видов ресивера, так что можете на старых его отсканировать и на новеньких. Вот такой был рассказ о спутнике Хёдберт, показал самые интересные вам частоты. Дальше будет еще интересно, будет очень много интересных спутников, постараюсь охватить все спутники и все каналы, так что каждый найдет все, может кто-то где-то что-то потерял, увидите где что находить. Так что вот так. И обязательно подписывайтесь на мой канал, поставьте пальчик вверх, почитайте инфобокс, там тоже будет интересная информация, кому интересно. Ждите, я постараюсь долго не откладывать, чтобы побыстрее вышло новое видео, чтобы побыстрее вы узнали эту всю информацию. И всем спасибо за просмотр, и до новых встреч, и всем пока-пока.